Коллеги, мы вновь на ProDexpo 2021, и рядом со мной мой тезка Сергей. Сергей, расскажите о своей компании. Добрый день, Сергей. Рад вас приветствовать, что живы-здоровы. Компания Bentos Laboratory, представляю я коммерческий директор данной компании. Есть такой замечательный продукт, наверное, всем знакомый, это бренд Sanitel. Благодаря ему, наверное, многие пережили прошлый год. Это не лишняя скромность. Сегодня здесь представляю, наверное, интересы о защите, собственно, граждан. Надеюсь, избежим третьей волны. Для того, чтобы ее избежать, используйте санитайзеры. Интересный вот такой вопрос мы задаем ритейлерам, производителям, что год был сложный, что локдаун отложил свой отпечаток и были упадок производительности и так далее. Вы, как производитель санитайзеров, который пользовался спросом неимоверным, вот как вы пережили локдаун, насколько позитивно? Наверное, мне будет одним из немногих компаний, которые, можно сказать, что мы его пережили благодаря этой пандемии. В общем-то, не просто пережили, но и получили дополнительный прирост потребителей и, собственно, имели возможность получить еще и воспользоваться шансом развить свою категорию. Это новинки наши новые. И не могу не сказать о том, что и пандемия и нас научила много другому. Если вы немножко обратите внимание на то, как рынок был заполнен санитайзерами, то столкнетесь с такой проблемой, что не все санитайзеры одинаковые. Три отличительные особенности вообще санитайзеров, которые существуют. Есть спиртовые, и на этиловом спирте делают их немного производителей. Sanitel одна из тех брендов, компаний, которые это делают. Есть изопропиловые спиртосодержащие, и есть вообще хлоргексидин. Естественно, большинство потребителей не обращают на это внимания, просто потому что нет культуры в России, да и в принципе в мире, о том, чтобы обратить внимание, с чем же защищать себя. Но компания Bentos Laboratory давно этим занимается, 15 лет уже на рынке, и делает детальный анализ разных исследований. Одно из них, рекомендация ВОЗа, это использование 80% спирта. И мы сейчас, в общем-то, обозначаем на своей продукции, что это одно из средств, которое помогает защитить, действительно помогает защитить потребителей от различных заболеваний и инфекций. Поэтому используйте, пожалуйста, и обращайте внимание, что вы покупаете. Вот как потребитель я заметил, пользуясь разными санитайзерами для того, чтобы определить, еще есть тактильные свойства, да, вот, не впитывается или еще что-то. Поэтому, наверное, потребитель ищет то, что ему действительно обезопасит, то, что ему поможет получить приятные ощущения. Вот как раньше было, что начали говорить, что спирт, он плохо влияет на кожу, вот используйте, пожалуйста, наш санитайзер, он нежный, как крем и так далее. И в какой-то момент все перешли на эти новомодные какие-то санитайзеры, но есть вещь, которая работает априори. И когда ВОЗ уже сказал, что, ребята, используйте спирт, я так понимаю, что все встало на свои места, и спиртовые санитайзеры заняли свою нишу почетную на вершине Олимпа. Да, хороший вопрос. Действительно, еще благодаря рекомендации ВОЗа о том, что стало и наше государство, и наше правительство, и Роспотребнадзор уделять внимание тому, что есть важность, чем пользоваться. И это нам помогло и показать наш продукт, и востребованность его. Да, действительно, спирт – это то, что вы говорите, там, и сушит руки, и все остальное. Но компания Bentos, она заботится о том, чтобы это не сушило, добавляет различного рода, в том числе и витамины, и их называют гелевые отдушки, для которых помогают, не разрушают кожу и восстанавливают отчасти ее. У вас в руках какие-то очень красивые еще бутылочки, да. Потому что санитайзер обычно это не что-то красивое, это что-то работающее, максимально страшненькое, что лучше брать в сумку и никому не показывать. Но я уже вижу у вас прекрасную вот такую упаковку, которую можно брать с собой. Это, я так понимаю, тренд последнего года, да, когда вот что-то очень маленькое, не кругленькое, можно положить с собой в кармашек и понести. Это хит продаж. Это 20 мл спрей с 80% содержания спиртов. Его используют действительно в основном и те люди, которые берут с собой, в сумочку удобно взять, в машину положить. Ну и я с собой всегда ношу, в общем-то, его. Многим с друзьями часто делюсь, поэтому вынужден носить не по одной штуке, как и с вами в том числе. Вот. Есть новинка, да, действительно, она отличительная особенность. Это 42 мл здесь. Он еще чем удобен, то что, ну, вот есть такое одно из потребительских исследований, что у женщин в сумочке теряется все.
да, но это вот, надеюсь, что не потеряется, это то, что можно найти. И второе, у нее этой линейки есть несколько еще отличительных особенностей, помимо того, что он также 80% содержания спирта, он еще имеет разные отдушки. Вот из них я вам предоставляю две, которые можно на свой вкус подобрать еще с ароматами разными. Ну, душиться не обязательно, но это будет как минимум не лишним. Помощь своему здоровью с комфортом. Отличный слоган. Да. Спасибо вам огромное за ваше дело, за наше здоровье. И желаем вам расширения линеек, и чтобы ваши средства были представлены еще более в широких точках, где могли бы мы их очень легко найти. Спасибо большое. Спасибо вам.